О, второй день уже держится. Вот это да, вот это китайцы молодцы. Как будто бы вот это сливается с кожей, да, вот? Да. Она совершенно не... Слушай, а что у нас в аптеках Пленочка вот эта. такого вот я не вижу? Почему мы вот не пойдем в нашу аптеку, не купим просто вот это вот? Всем привет! Распаковка, перевязочный материал сайта AliExpress. Здесь два вида лейкопластыря пришло. В таком рулоне. Здесь 10 метров. Такой пластырь. Тут обычный пластырь. Можно любые ранки вот так отрезать, и он дышащий, вот здесь вот поры видно. Под ним не преет кожа. Он хорошо держится. И можно отрезать какие угодно, какой угодно размер. Вот он держится очень нормально. И второй вид лейкопластыря. Второй рулончик я заказал. Непромокаемый лейкопластырь. С ним можно вообще мыться. Такой непромокаемый лейкопластырь. Вот так он клеится. Здесь начало, и потом здесь снимаете, как бы пленка такая создается вокруг повязки, непромокаемая пленочка. Вот здесь надо клеить, а и сразу же снимать. Это как 3М скотч, вот клеится на автомобиле там. Ну, по принципу 3М скотча, в общем. Очень надежно держится, и можно рану мочить. Вот видно. Можно с ним в воде прямо работать. Но приклеивать по технологии вот надо аккуратно сначала кусочек и снимать. Сразу всю не открывать. Сразу весь его не открывать, иначе он весь склеится весь. Не получится. То есть такая пленка вот наподобие 3М скотча что-то. Так можно вот весь палец обмотать или что-то. Вон она как. Такая пленка. Кто работает или хочет мыться во влажной среде, можно обмотать прям повязку этим пластырем. Повязка останется сухая. Вот он, видим, очень надежно сидит. Очень надежная пленка. Мы взяли человеку, у которого нефростома выведена из почки, трубка. Вот заклеим, и так он будет мыться в ванне. Вот
такой стерильный эластичный бинт еще. Тоже Китай продает. Вот такой бинтик. Им удобно перематывать там, если ступня там где-то. Если надо там перемотать в таких местах, чтобы зачем. Ну, такой эластичный бинт для перевязок. То есть, допустим, вот так. Раз. И вот этим можно еще зафиксировать, чтобы он не промокал. Чтобы повязка не намокла. Есть специальные такие бинты. Так он делается. И снимается верхняя пленочка. Вот эта верхняя еще снимается. И получается такая незаметная перевязка, непромокаемая вообще никак. То есть с этой штукой она не будет вообще промокать, но ей лучше с ней долго не ходить, потому что она не дышащая, будет рано не дышать. Лучше вот с этой ходить. Ну, если, конечно, надо там что-то стирать, там мыть, работать в воде там, то вот эту одеть, прям на эту повязку можно приклеить. Вот видно, как она держится очень крепко. Вот. Ничего не промокает. Ссылки я оставлю в описании. Смотрите, кому надо. Посылка приехала где-то недели за две. Нет, даже меньше, дней за 10. На почте, правда, лежала долго. Не принесли квитанции. Ну все, всем пока. Видно, как он держится крепко. Вообще просто крепко. Не промокает. О, второй день уже держится. Вот это да, вот это китайцы молодцы. Как будто бы вот это сливается с кожей, да? Вот? Да. Она совершенно не... Слушай, что у нас пленочка в аптеках вот такого это. Вот я не вижу. Почему мы вот не пойдем в нашу аптеку, не купим просто вот это вот? Почему надо заказывать обязательно из Китая? Я вот не понимаю, где наши-то аптеки? Почему в наших аптеках вот так нельзя прийти и просто купить вот такой перевязочный материал? Они так глаза вылупят, будут смотреть. Они как аборигены будут смотреть и даже не знают, что бери, это такое. Бери, что есть. Да. Ну почему? Вот это в Китае можно, а у нас нельзя. Ответьте мне, пожалуйста. Потому что даже Китай уже соцстрана вот идет в ногу со нашей временем. Нашей великой России. Не, она их, у них идет прогресс. А у нас ригр. У нас хотят отменить безлимитный интернет на твоем смартфоне. Вот чтобы мы вот про эти штуки не знали. Вот. Ну, чтобы ты смотрела 3GP видео, вот как раньше на Sony Ericsson были. Такие дела на сегодня. Все. Такой прогресс.